Не так давно компания Audio-Technica обновила, наверное, один из самых своих популярных картриджей — OC-9, который выпускается уже около 30 лет. Причем обновила не одной единственной моделью, а целым модельным рядом, куда входит аж 5 головок звукоснимателей. Итак, разрешите представить. К названию модели OC-9 добавили литеру X. Модельный ряд состоит из головок звукоснимателей OC-9XEB, OC-9XEN, OC-9XML, OC-9XSH и в скором времени появится в России флагман обновленной серии OC-9XSL. Исходя из названия модели, я думаю, многие, кто уже хорошо знаком с продукцией компании Audio-Technica, понимают, что отличие как минимум в заточке игл. Но все ли на этом? Сегодня мы рассмотрим две из пяти головок звукоснимателя, модель XEN и XML. Конечно же, поговорим о самом главном, о звуке, о достоинствах, недостатках и сравним их между собой. Начнем с более бюджетной версии OC-9XEN. Это звукосниматель с подвижной катушкой Dual MC в алюминиевом корпусе кремового цвета. Кантиливер представляет собой алюминиевую трубку, на которой находится цельный прозрачный алмаз квадратного сечения с эллиптической заточкой. Катушки из монокристаллической меди по технологии непрерывного литья. Частотный диапазон от 20 до 30 тысяч Гц. Разделение каналов 25 дБ, разбаланс 1,5 дБ. Выходное напряжение 0,35 мВ. Внутреннее сопротивление 12 Ом. Рекомендуемое сопротивление нагрузки 100 Ом. Вертикальный угол трекинга 20 градусов. Рекомендуемая прижимная сила 2 грамма, допускается плюс-минус 0,2 грамма. Податливость 9, вес 7,6 грамма. Цена 30 тысяч рублей. Итак, тестовый стенд. Головки звукоснимателя были установлены на проигрыватель Microsec DD8 с тонармом MA505. Использовался ламповый фонокорректор от золотой середины, усилитель Pioneer A90D, и акустика собственного производства. В качестве АЦП использовался SoundDevices MixPro 10T. Ну и в качестве тестовых пластинок я использовал свой стандартный набор, сэмпл с которого вы сможете послушать по ссылке в описании. Итак, Depeche Mode Violator, одно из последних изданий, черный альбом Metallica на лейбле Blacknet, Pink Floyd Division Bell, одно из последних изданий на лейбле Parlophone, ну и, конечно, тестовую пластинку от Analog Productions. Сэмплы с этих пластинок вы сможете, конечно же, послушать. Но слушал я намного больше. В частности, я слушал еще Чайковского в исполнении Венского филармонического оркестра, пару пластинок Beatles, ну и, конечно, Pink Floyd The Wall. Итак, что же эта головка звукоснимателя приготовила нам по звуку? Давайте обо всем по порядку. Первое, конечно же, на что я обратил внимание, то, что компания Audio-Technica не отходит от своих традиций, и головка звукоснимателя имеет акцент на высокие частоты, то есть типичный японский почерк. Средний диапазон также неплохо проработан, и бас на месте. Головка звукоснимателя достаточно динамична, особенно в таких жанрах, как рок и метал. Что же касается сложной музыки, то учитывайте, пожалуйста, цену, что несмотря на то, что это, конечно же, головка звукоснимателя MC, стоит она всего лишь 30 тысяч рублей, поэтому требовать от нее чего-то сверхъестественного, потрясающе богатого и открытого звука, наверное, было бы неправильно. Эта головка звукоснимателя достаточно драйвовая, и если вы предпочитаете такие жанры, как рок, метал, поп-музыка или электроника, да еще и с акцентом на высокие частоты, я думаю, есть смысл обратить внимание на эту головку. Далее, отличительные черты этой головки звукоснимателя – это эллиптическая заточка алмаза, который прикреплен к алюминиевому кантилеверу. Давайте поговорим о таком факторе, как читаемость. Что я подразумеваю по терминам читаемость, он же trackability? Это то, насколько головка звукоснимателя точно и без искажений считывает информацию с вашей пластинки. Наверняка многие из вас замечали, что последние треки на сторонах пластинок звучат с заметным снижением качества в звуке. Количество искажений в первую очередь, конечно же, зависит от того, насколько точно вы отстроили проигрыватель и головку звукоснимателя на шеле. Но еще один фактор, который влияет на количество искажений, это заточка иглы. Дело в том, что простые заточки, такие как эллиптические и сферические, больше подвержены искажениям, в то время как сложные многорадиусные заточки, такие как микролайн, микрорейд, шибата, ну и так далее, меньше подвержены этим искажениям за счет того, что форма алмаза более острая и больше напоминает по форме резец, который нарезает матрицу. Так вот, я проверил несколько достаточно капризных пластинок в этом плане, которые еще и громко записаны. Могу констатировать, что особых проблем и падения качества ближе к яблоку я не заметил. Еще один фактор, который имеет значение, это отношение головки звукоснимателя к щелчкам, насколько она чувствительна и подметает весь мусор на вашей пластинке.
Эллиптическая заточка, хоть и имеет не превосходный трекабилити, скажем так, читаемость, да, но имеет преимущество перед сложными многорадиусными заточками в том плане, что она менее чувствительна к щелчкам. Конечно же, щелчки от глубоких царапин вы будете слышать превосходно. Но, скажем, меленький-меленький песочек на ваших винтажных пластинках от естественного старения она подметать не будет, поскольку игла за счет своей формы не проникает глубоко в канавку. Не уходя далеко от эллиптической заточки, давайте также рассмотрим еще и самую младшую головку звукоснимателя EB, которой у меня, к сожалению, нету. Но давайте рассмотрим все-таки, в чем же отличие с моделью EN. Абсолютно полностью совпадают технические характеристики у обоих головок звукоснимателей. Отличие только в выходном напряжении. У модели EB выходное напряжение 0,32 мВ против 0,35 у EN. Даже заточка и кантилевер в этих моделях одинаковые, но отличия все-таки есть в материале и конструкции самой иглы. В младшей модели EB алмаз представляет собой не цельный минерал, а кусочек алмаза, приклеенный к стержню круглого сечения. Как показывает практика, на звук это если и влияет, то на уровне погрешности, то есть далеко не каждый сможет услышать разницу в звуке, что и подтверждает практически абсолютное сходство технических характеристик. А вот на срок службы влияет вполне. Как показывает моя практика, с головками звукоснимателей от компании Audio-Technica я знаком не понаслышке, у меня их было 6, 2 из них уже свое отслужили. Так вот, с цельным минералом головки звукоснимателя служат примерно в 1,5, то и в 2 раза дольше. Цена за самый бюджетный картридж OC9XEB составляет 20 тысяч рублей. Ну а мы давайте перейдем к следующей головке звукоснимателя OC9XML. Это звукосниматель также с двойной подвижной катушкой в алюминиевом корпусе, уже красного цвета. Кстати, никому из вас не кажется, что это некая отсылка к «Железному человеку». Важное отличие этой модели в том, что помимо заточки MicroLine алмаз находится на кантиливере и сбора, что и повлекло за собой изменения в технических характеристиках. Частотный диапазон расширился до 47 кГц, разделение каналов увеличилось до 27 дБ, а разбаланс каналов при этом упал до 1 дБ. Выходное напряжение слегка увеличилось и составляет 0,4 мВ. Внутреннее сопротивление 12 Ом, рекомендуемое сопротивление нагрузки 100 Ом, вертикальный угол трекинга 20 градусов, рекомендуемая прижимная сила 2 грамма, допускается плюс-минус 0,2 грамма, податливость увеличилась до 16, вес остался тот же 7,6 грамм, цена 48 500 рублей. У этой головки звукоснимателя частотный диапазон явно шире в сторону высоких частот, о чем свидетельствует акцент на верхний диапазон и хорошую проработку высокой середины. Бас умеренный, я бы сказал, более спокойный, нежели у модели EN. Этой головке звукоснимателя превосходно удаются живые инструменты. Также бросается в глаза натуральность в голосе по сравнению с моделью EN. Если же описывать звук не техническими терминами, то на фоне драйвовой EN ML-ка звучит более интеллигентно. То есть она больше подходит для сложной симфонической музыки, ну и, конечно же, для джаза. Это, к слову, о жанровости. Это не говорит абсолютно о том, что она будет плохо играть рок, поп или электронику. Конечно же, будет, причем играть будет превосходно. Но все-таки, мне кажется, что эта головка звукоснимателя в первую очередь подходит для сложной музыки с натуральными инструментами. Это можно объяснить еще и тем, что младшая модель EN имеет более спокойную амплитудо-частотную характеристику. Скажем, на ней не так ярко выражена верхняя середина. Но по динамике, проработке инструментов и ширине сцены, конечно же, ML-ка уходит далеко вперед от младшего собрата, что, в общем-то, абсолютно неудивительно. И честно скажу, послушав эту головку звукоснимателя, общая картина и почерк мне показался знакомым, поскольку одна из моих любимых головок звукоснимателей это модель AT-33-5G-2, обзор которой я уже в свое время делал. Далее переходим к читаемости. Заточка MicroLine, опять-таки, я знаком не понаслышке. И честно скажу, хоть в компании Audio-Technica в модельном ряду эта заточка используется не в самых топовых картриджах, то есть там есть еще Shibata и Special Line Contact. MicroLine, я считаю, кстати, это, насколько я помню, фирменная заточка от компании Audio-Technica. Так вот, эту заточку я считаю одной из самых прогрессивных и
по соотношению цена-качество одну из самых лучших. Ну и, конечно, на фоне сферических и эллиптических заточек MicroLine более долговечна. На моей практике MicroLine выдерживает где-то, ну, более 1000 часов без серьезного падения в качестве звука. Конечно же, при условии, если вы будете использовать чистые пластинки и без серьезных дефектов. Особенно это касается глубоких царапин, которые попросту будут убивать вашу иглу. Собственно, к качеству пластинок сейчас переходим. Есть у этой заточки одна особенность. Она будет воспроизводить не только восхитительный звук с ваших пластинок, но и восхитительно преподавать все щелчки и грязь, которые находятся практически на самом дне канавки. То есть, если в вашей коллекции много винтажных пластинок, которые вы в свое время ни разу не мыли, слушая их на головке звукоснимателя с эллиптической заточкой и считали, что они у вас в состоянии нирминт или даже минт, то здесь ситуация может немножко измениться, поскольку заточка устроена таким образом, что иголка глубже проникает в канавку пластинки. Хотя, с другой стороны, эта головка звукоснимателя очень красиво и детально, так интеллигентно, опять же, воспроизводит щелчки. Возможно, кому-то это даже еще и понравится. Еще пара важных моментов. В свое время я делал обзор головки звукоснимателя от компании Аудиотехника, модель ART9. Так вот, в ней я заметил, что в комплекте идут коротенькие винтики, которые подойдут не под все шеллы. Более того, я всегда хвалил и считал это большим достоинством, когда эти винтики вкручиваются прямо в корпус головки звукоснимателя, то есть не используя никакие гаечки. Это очень существенно экономит время, конечно же, это проще и безопасней. Поскольку, используя гаечки, чаще всего, устанавливая головку звукоснимателя на шелл, необходимо снимать защитный колпачок. Здесь же ситуация намного проще, колпачок вы можете не снимать, вплоть до настройки самого картриджа, когда он уже установлен на проигрыватель. Головки серии OC9X комплектуются аж четырьмя парами винтиков разной длины, которые вкручиваются прямо в корпус, что, естественно, серьезно облегчает нам жизнь. Это, конечно же, мы запишем в плюсы. Что по недостаткам? Честно говоря, серьезных недостатков я никаких не обнаружил, опять же, учитывая цену головок звукоснимателей. Единственный момент, у некоторых новичков могут возникнуть небольшие трудности по настройке этих головок звукоснимателей по шаблону из-за геометрии корпуса. Но, в принципе, даже с учетом закругленного корпуса, аккуратно и не торопясь, имея необходимые шаблоны, это сделать можно. Давайте прогоним картриджи в паре тестов по амплитуде частотной характеристики. А поможет нам в этом тестовая пластинка. Первый тест в диапазоне от 1 до 20 кГц на уровне громкости минус 20 дБ. Вертикальная шкала — уровень громкости, горизонтальная — частота. Ниже находится индикатор уровня громкости, на который мы будем обращать внимание. Итак, обращаем внимание, как изменяется уровень громкости при изменении частоты. Начнем с младшей модели EN. До 10 кГц АЧХ ровная. С 10 до 18 кГц есть подъем на 3 дБ. На 20 кГц подъем составляет уже 7 дБ. Для большей наглядности обратите внимание на waveform сэмпла. Второй тест в диапазоне от 1 кГц до 20 Гц при уровне минус 5 дБ. С 600 Гц есть подъем на 0,5 дБ, несущественно, но все же. Ниже 100 Гц идет плавный спад на 7 дБ. Опять же, более наглядно можете посмотреть на waveform. Далее давайте посмотрим, как себя покажет головка звукоснимателя ML. До 10 кГц, опять же, АЧХ ровная. С 10 до 18 кГц наблюдается подъем на 5 дБ. На частоте 20 кГц подъем уже составляет 11 дБ. Во втором тесте с 1 кГц до 100 Гц все ровно. Начиная со 100 Гц идет спад на 8 дБ. Опять же, более наглядно можете посмотреть на waveform. Ну и заключение, господа. Компания Аудиотехника в очередной раз порадовала соотношением цены и качества, выпустив MC-головки по цене от 20 тысяч рублей. А за эти деньги, поверьте, выбрать из MC-головок практически не из чего. 5 моделей, и одна из них, опять же, будет Аудиотехника, но другой серии. Также порадовал модельный ряд, 5 новых головок на любой вкус, цвет и кошелек. На данный момент мы рассмотрели всего лишь 2 головки звукоснимателей из 5. Я думаю, целесообразно будет продолжить старшими моделями с заточками Shibata и Special Line.
что ж, друзья, надеюсь, это видео было для вас полезным и интересным. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Обязательно скачайте сэмплы, которые находятся по ссылке в описании, сделайте выводы для себя и поделитесь ими в комментариях. Счастливо!